Хранилище закрывается в 5. Ровно в 5:15 Кудрин уходит за кефиром и включает сигнализацию. Значит, ровно в 5:16 вам необходимо отключить инфракрасные лучи. Давайте сверим часы. На моих без 15:04. А на моих... А я свои опять рабочему на заводе отдал. Владимир Владимирович, вы уверены, что мы сможем проникнуть на эту суперзащищенную территорию? Вот это мы и проверим. Это опять вы, Владимир Владимирович. Все проверяете. Но позвольте, вы же только что ушли. Что поделаешь, Владимир Владимирович? В таком деле я никому не могу доверять. Только себе. Алексей Леонидович, да вы прям Копперфильд. Я не Копперфильд, я параноик. Отвернитесь, я шифр поменяю. Дмитрий Анатольевич, отбой. Объект проверку прошел. Да я и не сомневался.